Наверное, это была первая игра наша второго игрового дня. И не сумели, наверное, может быть, сконцентрироваться. А после первого дня был достаточно тяжелый, все игры плотные. И из-за этого было много ошибок, которые мы... В общем, были моменты, которые мы могли реализовать, но мы их не реализовали. Наверное, тут все-таки эти два фактора существуют, и стечение обстоятельств, и психологический барьер небольшой, но никак не связано это с испанцами, то, что мы их обыграли два матча. Просто это настрой, концентрация на матч, накапливается усталость после игр, и когда мы готовы выигрывать, побеждать, несмотря на нагрузку, мы это делаем. Когда мы не готовы, мы проигрываем. Настроение нормальное, мы все прекрасно понимаем, то, что нам надо входить в три команды, которые поедут дальше на отбор. Вот. Поэтому будем стараться выигрывать, реабилитироваться за последний тур чемпионата Европы. Соперники по группе хорошие. Не видели ирландцев, но все говорят, что команда сильная и хочет вплотную заняться семеркой и побеждать. Поэтому будет тяжело. Я думаю, если мы настроимся, то все получится.